Всем привет! На интернет-платформе Start выходит новый сериал под названием «Беспринципные. Непреклонный возраст». В финале четвертого сезона Вале удается собрать в Москве целый стадион. Сделать этот концерт легендарным помог Ходяков. Но теперь пара переживает непростой этап. После крупной ссоры Валя уезжает с Патриком в Питер и велит Ходякову не приближаться к ней на пушечный выстрел. Генерал пытается забыться в работе и командировках, но ни в чем не находит радости и все глубже погружается в хандру, чем вызывает тревогу у своих соратников и у дочери Веры. Тем временем Федор и Дарья хотят занять теплое место генеральской читы на Патриках и первым делом пристраивают свою дочь Аленку помощницей в офис Ходякову. У них свои мотивы, которые не очень нравятся ветеранам Патриков. Вообще, на Патриках с отъездом Валентины дела идут неважно. Район утратил настоящий богемный лоск. Его наводнили приезжие всех мастей, что невероятно бесит сторожил. Героям спин-оффа приходится объединиться, чтобы вернуть Валю в Москву. Премьера сериала «Беспринципные. Непреклонный возраст» состоится в 2025 году. Точная дата выхода будет известна позже.